сейчас откроем, а реально мы очередь. Вообще в какой чехсад идем? Прописано вы здесь? Да. Екатерина Сурменко с семьей переехала в микрорайон Одинцово-1 осенью 2019 года. Новое место жительства очень нравится, говорит Екатерина, но не хватает школы и детского сада. Молодые родители смогли высказать свои пожелания лично главе муниципалитета. Мы надеемся, что появятся, возможно, какие-то секции, кружки, потому что пока в нашем микрорайоне этого ничего нет. Также я вижу возле школы хороший стадион, это тоже будет хорошее поспорье для чем мальчишкам заняться летом. Очень ждем школу и садик. Ждать осталось совсем недолго, заверил глава. В ходе выездной администрации Андрей Иванов проинспектировал строительство социальных объектов. И школа, и сад практически готовы к открытию. Детский садик на 350 мест. Тоже современный, тоже качественной отделкой, с актовыми залами, со спортивным блоком. Профессиональная, огромная кухня, пищеблок, который позволит приготовить пищу не только для этого детского сада, но и для соседних садиков, чем мы разгрузим другие пищеблоки. Уже в августе детский сад примет первых воспитанников, а школьники начнут новый учебный год в современной просторной школе рядом с домом. Она рассчитана на 1160 мест, так что сможет принимать ребят и из других микрорайонов. Детей, которые сейчас здесь проживают, их, конечно, в таком количестве нет. Около 300 детей, мы понимаем, пойдет в эту школу. Поэтому приглашать будем всех из 8-го микрорайона, из ВНИИСОК, из Лесного городка, кому, что называется, в шаговой доступности до этого объекта. Андрей Иванов вместе с профильным заместителем осмотрел котельную. В настоящее время ведется капитальный ремонт оборудования и химическая промывка всех трех котлов. За 2 года эксплуатации несколько котлов пришло в негодность. Сейчас идет как раз ремонт, замена так называемых трубок в котлах. Идет тестирование, мы готовимся к отопительному сезону. Пока котельная работает на одном котле, но мы, естественно, принимая муниципальную собственность, объект должны быть уверены, что он полностью готов, исправен. Строительство социальных объектов входит в обязательства компании-застройщика. Сейчас ведется их подготовка к передаче в муниципальную собственность. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».